Прямой эфир телеканала «Россия» продолжают вести Ульяновского региона. В студии Ирина Шмыгова. Здравствуйте. Вот о чем будем говорить сегодня. Итоги форума «Армия», работа оборонно-промышленных предприятий, а еще подготовка к новому учебному году и цифровизация медицины. О чем еще говорили на главном совещании недели. Новый хирургический корпус медсанчасти принимает первых пациентов. Какие условия созданы для больных? А также они научились останавливать кровотечение и накладывать жгуты. Детям участников СВО провели урок по тактической медицине. Итак, президент Татарстана Рустам Миниханов приедет в Ульяновск. Его ожидают 18 августа. Об этом глава региона сообщил сегодня на аппаратном совещании. Это станет продолжением работы межрегиональной кооперации. Промышленные предприятия смогут найти точки соприкосновения и подпишут новые контракты. О других темах главного совещания недели. Марина Тимофеева. С обсуждения масштабного международного военно-технического форума «Армия-2023» началось очередное заседание штаба по комплексному развитию региона. В подмосковной Кубинке ульянские предприниматели представили новейшие беспилотники и уникальные разработки для нужд СВО. В первый же день подписаны соглашения с главой ДНР о расширении торгово-экономических и научно-технических связей. Участие региона в таких мероприятиях помогает нашим оборонным предприятиям продемонстрировать свои разработки, найти новых партнеров, что в конечном счете влияет на загруженность заказами, занятость сотрудников и экономический рост региона. Сегодня ульяновские предприятия оборонно-промышленного комплекса получают все больше госзаказов на новые объемы производства, необходимы и новые рабочие руки. Активный поиск кадров не закрывает дефицит, проблему такой экономической воронки. По мере сил решает центр занятости. Они предоставляют все больше платформ поиска сотрудников, проводят быстрые собеседования и уже перешли на новый уровень. Задача такая достаточно глобальная с точки зрения профессиональной переориентации людей. Да, что нам на сегодняшний день не столько требуются белые воротнички на тех позициях, которые у нас есть, а это больше 80% вакансий – это рабочие профессии. Социальный блок не смогли обойти стороной на совещании. Чуть больше двух недель остается до начала учебного года. На старт выходят школьные автобусы. В них сядут свыше 400 детей. Безопасность каждого должна быть обеспечена до 1 сентября. На сегодняшний день проведено обследование 164 школьных автобусных маршрутов, из которых 133 соответствуют требованиям безопасности дорожного движения. 33 маршрута на данный момент не допущены к эксплуатации при перевозке обучающихся. Для них требуется устранение выявленных недостатков. Всем требованиям школьные автобусы и маршруты должны соответствовать уже 28 августа. Еще одной темой для обсуждения стали социальные услуги и медицина. Обе сферы сегодня проходят цифровизацию. Например, доступность приема врачей увеличилась. Реализация данного проекта сопровождается повышением удовлетворенности на 9,5% пациентов и увеличением пациентопотока на 32%. Работа в этом направлении продолжится. Все социальные услуги обещают перенести в цифровой формат. Подать заявление на льготу или субсидию населения сможет, не выходя из дома. Марина Тимофеева и Дамир Губеев. Вести. Ульяновск. Подозрительной показалась сотрудникам патрульно-постовой службы «Троица», выходящая из леса полосы на улице Октябрьской. И полицейские оказались правы. А при себе имеете наркотические средства? При себе имеем. В ходе личного досмотра одного из мужчин полицейские обнаружили сверток с гранулированным порошком белого цвета. Исследование показало, что изъятым оказалось наркотическое средство N-метилофедрон массой более 2 грамм. Кроме того, все трое находились в состоянии опьянения. По факту незаконного хранения наркотиков решается вопрос о возбуждении уголовного дела. К другим темам. Новый хирургический корпус распахнул свои двери в медсанчасти. Ремонтные работы длились ровно год. За это время удалось с нуля создать операционный блок, закупить оборудование и заменить электрику. Об условиях пребывания пациентов. Дарья Цыбина. Геннадий Большаков накануне был планово госпитализирован, а сегодня отмечает день своего рождения в новой маломестной палате. Условиями пребывания доволен. Ну, конечно, не 6, не 8 человек. Нормально.
На месте бывшего родильного дома в разгар пандемии развернулся самый крупный в регионе ковидный госпиталь. Когда необходимость в обсервации отпала, началась масштабная реконструкция помещений. Выполнили общестроительные работы, то есть покраска, побелка, штукатурка стен, помещений. Была закуплена часть медицинского оборудования, мебели. Электрическая часть, заземление. То есть объем работ был очень большой. Теперь здесь расположилось 3 хирургических отделения. Гинекологическое, урологическое и отделение общей хирургии. После ремонта целый этаж выделен под анестезиолого-реанимационную службу и операционный блок. Для специалистов открытие нескольких отделов в одном корпусе – большая радость. Когда все находится в одном месте, когда все под руками, когда все специалисты могут буквально в пределах одного корпуса, не выезжая из данного помещения, провести полностью обследование и оказать необходимую медицинскую помощь, оказать оперативное вмешательство. Ну, это идеальные условия для работы хирургического корпуса. Несомненное благо уже ощутили и пациенты. Теперь медицинская помощь стала качественнее и доступнее. Если раньше приходилось ждать квоты в другие города, то сейчас и ехать далеко не нужно. Необходимое оборудование есть и в родном городе. Закуплено очень много нового хирургического оборудования. В частности, это новые висеневые лампы, операционные столы, плазменный стерилизатор, что позволит более качественно производить стерилизацию медицинского инструментария. Кроме этого, у нас в данном корпусе имеется компьютерный томограф, который приближает оказание медицинской помощи больным с хирургической патологией на базе одного корпуса, уменьшая переезд из одного корпуса в другой. Это тоже играет большое значение при обследовании больных, поступающих с экстренной хирургической патологией, и позволяет качественно обследовать в значительно более короткие сроки. Новое оборудование начали осваивать и новые специалисты. К работе в хирургическом корпусе приступили сосудистые хирурги. Самые востребованные на сегодняшний день компетенции среди медиков. Дарья Цыбина, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. Центральная городская клиническая больница с июня начала гастролировать по дворам Заволжья на передвижном ФАПе. Так медучреждение повышает доступность помощи населению. О том, какое лечение оказывают в медпункте на колесах и как часто он делает подобные рейсы, репортаж Максима Бажанова. Белый грузовик во дворе дома номер 44 по улице Врача Михайлова и есть тот самый ФАП на колесах. Как видно, по большому ажиотажу вокруг нее врачи здесь ждали. Это хорошая возможность проверить свое здоровье практически на дому. Учитывая то, что у нас наше прикрепленное население довольно-таки уже пожилое, и значит, не у всех есть возможность и позволяет здоровье добраться до лечебного учреждения. Мною было принято решение организовать вот такую выездную работу. Выездную работу мы осуществляем в каждодневном режиме, с понедельника по пятницу включительно. Это прекрасное внедрение главного врача Фирсова Павла Анатольевича, главного врача ЦГКБ. Да? Сотрудники больницы выезжают непосредственно к жителям и тем самым повышают уровень доступности здравоохранения. И здесь же идет обследование и так далее. И в связи с этим, конечно же, люди уже начинают задумываться о своем здоровье. В машине здоровья врачи измеряют пациентам давление, делают экспресс-тесты крови на сахар и холестерин, консультируют по применению препаратов и правильному ведению здорового образа жизни. Если есть необходимость, выписывают направление на дополнительное обследование в больнице. Очень удобно. Вот прям и сделали. Ну, прекрасно. Вот, спасибо вам большое. За работой ФАПа Павел Фирсов следит лично. Заодно собирает обращения от пациентов по работе ЦГКБ. Главный врач обещает, машина здоровья будет работать, пока позволяет погода. Максим Бажанов, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. Как наложить жгут и остановить кровотечение? Опытные инструкторы провели для детей-участников СВО урок по тактической медицине. Тематическое занятие прошло впервые в лагере «Горизонт» по партийному федеральному проекту «Историческая память». Реальное у нас, соответственно, кровотечение. Для того, чтобы его остановить, действительно время будет идти иногда не на минуты, а даже на секунды. Понятненько? На уроке тактической медицины все по-взрослому. Инструктор отрабатывает с детьми все возможные сценарии, когда правильно оказанная первая помощь может спасти человеку жизнь. Детей учат правильно накладывать жгут, шину, выполнять различные перевязки, рассказывают, как действовать в экстренной ситуации. Это не только нужно и необходимо в рамках там, проведения специальной военной операции или боевых действий, это и
элементарной жизни очень пригодится. И всегда ребята могут оказать первую медицинскую помощь и себе, и окружающим. После уроков медицины у детей урок мужества. Действующие бойцы российской армии, участники специальной военной операции, рассказали детям о своем быте в зоне боевых действий, о сложностях, что они чувствуют, стоя на защите страны. Конечно же, самое главное – это патриотизм. Чтобы дети понимали, что мы как бы находимся там, что они под нашей защитой. Чтобы у них было мирное небо над головой, чтобы они понимали, что они могут ходить здесь спокойно, ни за что не переживать. Бойцы также ответили на все вопросы ребят. Этот разговор для молодежи был особенно важен. Большинство из них – дети участников СВО. Путевка в «Горизонт» – одна из многочисленных мер поддержки ребят. После нескольких вопросов была уже гордость, была уверенность в том, что мы одержим победу, что вот все будет хорошо. В конце мероприятия детям устроили большую развлекательную программу. Одни играли в лазертаг, другие отрабатывали спортивные элементы в боевых искусствах, а завершили все общим походом в парк аттракционов. Максим Бажанов, Денис Миронов, «Вести», Ульяновск. На этом все «Вести». Спасибо, что были с нами. Приятного вам вечера. ВГТРК и ГТРК «Санкт-Петербург» совместно с Комитетом по культуре Санкт-Петербурга 26 и 27 октября проводит первый всероссийский фестиваль телевизионных программ «Музеи России». Фестиваль проводится в целях пропаганды традиций и достижений российской культуры и направлен на привлечение внимания к освещению в телевизионном эфире деятельности музеев, включая работы по истории музеев, формированию музейных коллекций, музейным событиям, а также знаковых персон музейного сообщества. Все подробности на сайте www.rtr.spb.ru. В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо падать. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами слабый дождь. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, ночью слабый до умеренного. Днем умеренный. Температура воздуха ночью по области плюс 12, плюс 17. В Ульяновске плюс 15, плюс 17. Завтра днем по области плюс 23, плюс 28. В Ульяновске плюс 25. Плюс 27. В лесах области ожидается высокая пожарная опасность 4 класса.